тех именах, в которых встречается гласная буква «а», труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. Люди с этим именем отражают полное стремление к самообразованию, экспериментам и достижению успехов в выбранной отрасли. Если обстоятельства жизни не позволяют им немедленно отправиться в путь, будьте уверены, это временное явление. При первой же возможности они поднимут паруса и отправятся в приключения. Буква «У» говорит человеку, что не все стоит делать так, достоянием общественности. Владельцы этого имени необычны, неординарны. В них есть нечто таинственное. Часто создается впечатление, что их мысли витают где-то далеко, в ином неведомом мире. Из-за того, что они переживают, могут становиться филантропами. У обладателя этого имени может проявиться склонность менять часто партнеров, потому что они всегда находят в каждом то, чему можно придраться. Они стремятся постичь истинный смысл своего существования. Эти интеллектуальные поиски способствуют обретению знаний, что в сочетании с возвышенными этическими принципами позволяет этим людям стать признанными авторитетами во многих областях человеческой жизни. Буква «И» в имени говорит о неполноте и чуждости. Звук «Н» в имени этого человека считается знаком протеста. Буква «Н» в имени означает протест, внутреннюю установку не принимать все происходящее без разбора, умение отфильтровывать полученную информацию, отбрасывать второстепенное и оставлять главное. Страх у этого человека проявляется необоснованно. Люди с буквой «И» часто не умеют контактировать с людьми, но это не мешает окружать себя преданными товарищами. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. Значение буквы «А» в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. Люди с буквой «Г» в этом имени нередко страдают от отсутствия такта, поэтому в любовных отношениях часто меняют партнеров. Редко встречающийся в именах звук «У» воспринимается на слух свежо и оригинально. Острый критический ум, усердный работник, но не переносит безрезультатного труда. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.